На этой неделе стало известно, что сериал «Мистер Ошибка» закрыли на 14 серии. Это очень расстроило всю съемочную группу и поклонников актеров, исполнивших главные роли в проекте, Джана Ямана и Асге Гюрель. До последнего все надеялись, что информация о закрытии полюбившегося сериала окажется фейком. Но, к сожалению, чуда не произошло. 30 сентября в информационном издании ГДЖ появилась статья о том, что сам Джан Яман думает о причинах раннего финала своего сериала. Официальная версия – низкие рейтинги «Мистера Ошибка». Конечно, факторов, повлиявших на рейтинги проекта, могло быть множество. Однако у Джана своя точка зрения на происходящее. Актер выразился так: «Мы вырастили великолепный цветок, но ошиблись и посадили его не на ту клумбу». Таким образом, Джан Яман и его поклонники винят в низких рейтингах телеканал, который не смог выделить оптимальное время для показа сериала в эфире. Поддерживаете ли вы Джана и что думаете по этому поводу? Пишите в комментариях и подписывайтесь на наш канал.